Александрович Яровой. Стартовый. Вбрасывание. Но пока у К7. И вот здесь разыграть через Мишарина. Матвей набрасывает и Плешков отражает. Но не фиксирует. Шайба тут же подбор. Все равно остается за Синятиным. Итак, первое звено. Кости уверенно так прижинает. Афанасьева переиграли. Выкатывает на ворота. И осада довольно тревожно была за оборону капитана. Не позволяет скорее хозяева. Каменский борется, но прорывается. Тем не менее, Получевский на пятак выкатывает. Там досталось Плешкову. Дотягивается Артемий. Все, сын насчитывает 24 матча. 5 побед у капитана, 19 у их помешали друг другу. Васильков с Лосевым нашлись у борта. Тем не менее, разыгрывает хозяева. И в касание Лосев прощает. Тем не менее, Панкратов. Смотрим повтор. Такая вот затяжная атака. Четвертой тройки капитана. Ну и аккуратнее. Первое звено у динамовцев. И здесь в отборе как Синятин. А? И накатывает. Накатывает Селиванов. Аккуратнее надо. Юзбалчан справляется. Выбрасывает Ступинцы. Нет, как бы не так. Табатадзе закрывает борт и сохраняет возможность атаки. И вот здесь под воротами чистит. Ступинцы выносит. Но недалеко. Еще один бросок. И шайба все-таки оказывается в ворот. Нет, не смогли вывести по борту. Синятин перегал. Вот это. А вот как классно все было исполнено. Но это одна из предыдущих атак, а гол-то был в результате другой. Но это мы смотрим, как Сорокин боролся. Итак, 0-1. Кто же автор? Ну, а вот как раз Табатадзе. В эту субботу 17 лет ему исполняется. И вот он здорово сыграл. По Мухомоте выбросить не удалось. И залетела шайба. Но близко нам показали ворота. А вот от кого сразу не получается в позиционную атаку перевести этот розыгрыш. Тем не менее, Каменский выкатывает. Евгений перекрут. И шайба в воротах. Евгений Каменский сравнивает счет. Ждем повтор. Принимает, смотрим, сближается с воротами. Как красиво удается в дальний все-таки завести. Там шмыгнуло под ловушкой шайба. 1-1. Итак, вбрасывание в зоне гостей. Хозяева выигрывают. Можно продолжать. Первое звено в качестве спецбригады капитана Авершин шайбой. Расставили Ступинцы. Невыразительная статистика игры в неравных составах капитана в большинстве. В 56 матчах только я хотел сказать, как и плохо, но капитан поправляет свою статистику, реализуя большинство довольно быстро. Все мои слова и статистику смотрим. Капитан выходит вперед в результате вот этой позиционной атаки в большинстве. Разыгран Косовец Авершину. Видит и находит щелочку в итоге Даниил. Потому что эти цифры прекрасны хоккеистам известны. Тренерский штаб в рамках подготовки к игре, естественно, готовит. Авершина вновь шайба. Данила и залетает она. Дубль Авершина. 3-1. Покажет всей красоты. И вновь Гордин ассистирует. Сближается и довольно острый угол. Тем не менее, где-то там под перекладину залетает. Пока смена прошла капитана. Но вот теперь они нельзя думать. Нужно в оборону возвращаться. И Косовец чуть сейчас не пропустил своего соперника. Бросать дают с хороших позиций. Периодически хозяева. Но в целом справляются. Поближе к своим воротам. А залетает. Вот с этого ракурса мы посмотрим, откуда все получилось. Оборонился борта Коломийцев. Там же Гимбатов. Скакнула шайба, вывести ее не удалось. И кто заканчивал, забирает все-таки. И вот здесь у борта Никитин. Егор не спешит направо, пока без броска. Бросок только сейчас отражает перед собой Плешков. Подбирает Никитин. Полный контроль. Это вполне объяснимо. Двойной численный перевес. Еще один бросок. Шайба рикошетом за пределы площадки. И с небольшой минуты до окончания третьего периода. И теперь втроем против пятерых. Ровно столько и остается играть в третьем периоде. А у нас Авершин дубль сегодня у Даниила. Разыгран красивый бросок и ловушка Сапожникова. Отлично все. Смотрим повтор. Авершин врывается.
Голевой дубль у него, ассистентский у Гордина. Ну и все сейчас поучаствовали. Кидывает Давыдову, он разыгран, неплохо, мячевой бросок. Не доходит, принимает на себя Сафронов. Несколько секунд, и вот-вот уже Думченко появится на льду. Все, Николай на площадке, а здесь пустые ворота, и забрасывает Кулагин. Я смотрел на Думченко и не видел, когда заменили Сапожникова на пятого. Смотрим повтор. Ну, вот здесь у порта с шайбой Никитин. И обыграл его Кузнецов. И видит он Кулагина, пас прошел. Ну, тут рикошет, конечно, досадный, но так или иначе. Сенский дубль. Итак, завтра игра в 13 часов. Напомню, праздничный выходной день, поэтому именно в час состоится игра. Всех приглашаем на трибуны. Совсем немного матча остается.